А перед началом видео спасибо, что поддерживаете наш канал, переводя свои донаты нам на карту Сбербанк. Вчера, к сожалению, никто не поддержал канал, но тем не менее, сегодня выходит видео. Надеюсь на вашу поддержку и жду ваши донаты, чтобы видео выходили на YouTube как можно чаще. Здравствуйте всех, я вас рад приветствовать, уважаемые подписчики, а также гости канала. Улова рыбы будет как минимум 3 мешка. Ведь я сыплю это в озеро или речку, смотря от того, где я рыбачу. Если с лодки, то просто сыплю прям с лодки в место, где буду рыбачить. А если ловлю с берега, то, соответственно, подсыпаю в кашу, либо же в обычную прикормку для рыбалки. Это такая хитрая добавка, сделана она очень хитрым способом, но довольно-таки простая. Для этого я беру самый бюджетный кориандр, не молотый. Тщательно его обжариваю, буквально 20 грамм, и самостоятельно уже его перемалываю. Также добавляю в него буквально 3 капли эфирного масла барбариса. И еще я раскаливаю на сковородке корицу 20 грамм, разогреваю ее, пока не пойдет легкий дымок. Потом выключаю газ, даю остыть и дополнительно всыпаю в основную тару, где у меня кориандр с эфирным маслом барбариса. Все это перемешиваю, заливаю 200 мл воды, это если в сухую прикормку надо добавить, и на этом замешиваю прикормку. А если надо прям с лодки подсыпать, то можно перемешать просто с горстью панировочных сухарей, либо с горстью песка и подсыпать в водоем. Такая вот хитрая добавка приманивает всю рыбу в нашу точку и держит ее на протяжении всей рыбалки. Вся рыба, которая есть поблизости 1 км в водоеме, вся она соберется в нашей точке благодаря такой очень сильной и ароматной добавке. Как всегда, спасибо вам за ваши лайки, что подписываетесь на канал Вячеслав Рыбак. Всем всего доброго и до скорых встреч!